Саженцы глицинии китайской алба пользуются огромной популярностью у садоводов и дизайнеров ландшафта. Взрослые деревцы ежегодно вырастают на 1-2 метра, в конечном результате достигая 6 метров. В мае на повислых ветвях распускаются белоснежные цветы, которые повторно появляются в конце августа. Этот сорт отличается высокой декоративностью. Глициния китайская алба предпочитает плодородную рыхлую почву. Выбирая место для посадки, следует отдать предпочтение хорошо освещенным участкам, защищенным от ветра. Растение нуждается в опоре, которую необходимо установить сразу после посадки. Глициния китайская альба – это дерево высотой до 2000 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.